Токаев подписал закон о выплатах детям из нацфонда. Смотрим эти кадры. На прошлой неделе, 16 ноября, Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам начисления детям средств из национального фонда, их выплат и использования. Программа «Нацфонд детям» начнет действовать с 1 января 2024 года, а первые выплаты на счета несовершеннолетних казахстанцев поступят уже в феврале следующего года. Как рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде, такие отчисления полагаются всем детям в возрасте до 18 лет, независимо от благосостояния семьи. После совершеннолетия деньги будут храниться на счете 10 лет. Если за этот период гражданин их не использует, средства переведут на его пенсионный счет. Удобно еще и то, что родителям не нужно будет собирать документы, открывать специальные счета или обращаться в какие-либо ведомства, чтобы их ребенок начал получать деньги от нацфонда. Вся процедура происходит без прямого участия казахстанцев. То есть проект будет осуществляться в автоматическом режиме на основании уже имеющихся сведений в базе данных государственных органов. Накопленные деньги можно будет потратить на образование и жилье. У детей, которые родились до 1 января 2024 года, количество ежегодных начислений будет равно количеству лет, оставшихся до достижения совершеннолетия. Отметим, поступившие деньги продолжат инвестировать для получения дополнительного дохода. Снять их досрочно нельзя. Выехавшие из Казахстана на постоянное место жительства в другое государство не смогут забрать эти накопления с собой. Но в случае смерти ребенка до или после 18 лет деньги, полученные в рамках проекта, можно будет унаследовать. Инициатива «Нацфонд детям» реализуется в рамках выполнения предвыборной программы Токаева, с которой он победил на президентских выборах ровно год назад.